отдыхаю. Чего еще вам сказать? Больше нечего говорить. Погода хорошая, ясная. Очень культурно чисто в парке. Наш рядом стадион, парк очень красивый, дети играют, веселятся. Никитка тоже понравилась. Смотрим, как они тренируются там. Да, корабль хороший, красивый. И у нас вообще в телевизоре нету. Дома все. Никита, иди прыгай. Мам, на меня смотри, что ты отворачиваешься все. А? Все отворачивается. Как тебе погода? А, погода хорошая, ясная, четкая. А парк тебе нравится? Парк мне нравится очень даже. Даже Никитке он понравился, катается. Да. Катись? Еду.
Какой красивый парк у нас здесь вообще. Это Терлецкий парк возле Измайловского парка. Рядом очень много прудов. Вот на той стороне Измайловский парк, вот там. И там же Лосиный остров, через МКАД только. Ой, вру, вот там Лосиный остров. А вот там Измайловский парк. А вот площадка, на которой мы сегодня отдыхали. Вот там Никита у нас прыгал. Вон там вот прокат машинок. Вот. День провели очень хорошо. Погода нас не подвела, но облачно, конечно. Но ничего, шикарная погода. Вот, сходили, купили сейчас водичку. Устали. Вот пруд в Терлецком парке. Чистили его совсем недавно. Красота. Отпуск, так сказать, начался. Мама, смотри на меня. Застыла сразу. Что застыла-то? Сейчас начинается дождик. Боится прическу испортить. Домой бежит. Сейчас пойдем пешком домой. Чай пить. Устали все. Устали. Ноги устают очень быстро здесь. Вон чайка полетел. Какое красивое озеро, смотри. Ага. Это не пруд, это считается озеро. А вот остров, смотри. Ага. Там вот утки живут. Ага. Красота. На скамейку решила сесть, присесть. Садись. Как красиво сзади тебя, мам. Пруд. Белый, как устали. Решили отдохнуть 5 минут. Перекур делать надо. Еле-еле домой идут. Встали. Встали. Ходи, ходи, ходи по парку. На меня посмотри хоть. Опять не смотрит на меня. Ну, а мы же подойдем. Мама заблудилась. Говорит, надо в другую сторону идти. Быстрее домой идет. Встала. Озеро. Сил. Похоже, что будет. А я не хочу. Я сейчас даже. Люди купаются уже во всю. Бутылку нашли, видишь? Вот и нашли там. Купаются, прыгают. Ну, тут катаются. Сиди, лайки, привет. Идем по мостику. Никита футбол играет, смотри. Футбол играет, скажи. Вон гол сейчас забьют. Гол никто не может забить. Все, гол забили. Был угловой. И этот забили гол. Сейчас хотят еще раз забить.
Вот я взял мяч в руки, пнул. Все, не знаю, куда ну чё, велосипедисты мы поехали. Мама, иди заново, рассказывай. Поднимаемся. По переходу, новому переходу в нашем районе. В вашем районе. Район называется? Да, здесь наши с энтузиастом. Да. Я подниматься тут. У меня Никита, смотри. Снимаю. Все. Вот захотела, теперь поднимайся. Лифт не работает. Сломанный. Мама туда даже не пойдет. Не, это какой-то пластмасс, что ли, прозрачный. Хотели на лифте поехать. Нифига не работает. Нельзя кто нажимать. Не работает лифт. Давай. Я не дошла до дома. Аж ноги болят. Сели, присели, отдыхаться. Сейчас пойдем. Вон птички идут. Гули-гули. Вон. Вон какие красивые гули-гули. Они ручные, и тут у них подкармливают их, кормят. Готовы на голову насрать.